Сегодня с нами Людмила. Привет. Вот такой у нас обросший вариант. Это тоже была моя стрижка. Но, в принципе, все равно вот достойно лежит. Специально никакой укладки, потому что все знают, что к парикмахеру укладку делать не надо. И даже голову мыть не надо. По той причине, что все я сделаю. То есть, да, получить удовольствие надо по полной. Ну, что же все-таки мы сегодня придумаем? Но, в общем-то, вы знаете, для того, что... Сколько месяцев, Мил? Год, наверное. Вот так вот. Ну, около. Вот так. Мы вот отращивали, и видите, если посмотреть, то все, в принципе, достойно. Как будто бы не стриглась пару месяцев. Ждем. Стрижка у нас готова. Принимайте результат. Сейчас я вам покажу. Мила, конечно же, еще не видела, как всегда. Сначала вы первые. И после этого я покажу ей затылок. Заодно сейчас будем поворачивать. Вот смотрите, какой у нас теперь объем получился. Естественно, у нас нет никаких укладочных средств. Мил, можно головой потрясти, чтобы посмотреть, как они ложатся снова. Так, давайте посмотрим. Видите, все равно волосы легли в нужное направление. Видите? То есть все живое. Это специально мы стрижем именно такими градуировками. На своем обучении, конечно же, я вас всему этому, то, что умею, научу. А теперь мы, Миле, покажем свой затылок. Можно смотреть уже. Зеркало дала. Ой, отлично. Как я люблю. Как я люблю. Ну, можно положить, да, руками. Ну, можно пошевелить руками, посмотреть, да. Все ли подходит, все ли нравится. За ушко чуть-чуть показать длину. Видите, все как у нас аккуратненько теперь лежит. Прям вообще, мне кажется, отлично, бомбочка. Как всегда красота. Смотрите, видите? И можно и так, и сяк. И все равно, как видите, у нас объем остается. Ну вот, куколка.